Жители Восточного Казахстана объединяются в сельхозкооперативы. Лидирует Аягосский район. Только в одном ауле Карагаш в один кооператив вошли больше 50 дворов. С работой сельскохозяйственного объединения ознакомился и депутат Нуртай Сабильянов. Мажилисмин встретился с населением и рассказал об аспектах послания главы государства. Интерес жителей вызвали перспективы развития бизнеса на селе. В Аягосском районе насчитывается 12 сельхозкооперативов и еще 14 появятся в этом году. Глава государства в своем послании поручил расширить и усовершенствовать выдачу микрокредитов населению. На сегодня размер микрокредита составляет 16 миллионов тенге. Это даст большие возможности для сельчан, которые занимаются сельским хозяйством.